Танечка, что случилось? А? Мама, что случилось? Ну, я так и знала, я так и знала. В чем дело? Это все твой кот. Оставьте, оставьте. А я не хотела, потому что я чувствовала, я знала. Да ты скажешь, в чем дело? Браслет украли, вот в чем дело. Простите, а в чем дело? А вы не знаете. А откуда я могу знать? Может, объясните, что произошло? Мам! Мам! Вот, мама, твои интеллигентные знакомые. Еще халат белый надел, да? А чем вам не нравится мой халат? Да нет, халат как раз идеальный. А вот то, что прячется под халатом. Мамочка, может быть, ты перестанешь кричать? Может быть, он не пропал? Ты уверена? Я уверена, уверена! И прекрати истерить. Я вот сама не помню, что куда кладу. Сколько раз что-то теряла, потом находила. Вот, казалось, положил сюда, потом находил совершенно в другом месте. Просто мистика какая-то. Вот. Конечно. Это не мистика. Да. Это склероз в лучшем случае. А в худшем случае что? Маразм, мам, маразм. Сама говоришь, что не помнишь, куда что кладешь. Мама, мама. О, как у вас тут все устроено-то, а? Доживешь до моих лет, посмотрим, что с тобой будет. Посмотрим. Кстати, тебе немного осталось. Да сколько мне осталось? Девочки, 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 давайте не ссорьтесь, а? Мы еще не ссоримся. Да, мам, правда, давайте спокойно все проверим. Давай проверим, сама можешь все проверить. Вот, пожалуйста, проверь. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Да. Ну как, нет? Нету? Нету? Убедилась? Да, убедилась. И как такое может быть? Это нужно у хорошего знакомого твоей бабушки спросить, как. Да, да, дорогой, у нас получился с вами чаек в вашем офисе. Девочки, 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 а давайте мы все успокоимся. Ларчик? Слышь, Ларчик! Лариса, может, объяснишь, что произошло? Объяснить? Попробую. Когда мы посещали твой офис... Как вы сказали, самый надежный в мире сейф. Я сказал. Да, котик, ты так и сказал. Ты, конечно, сказал. Так вот, он еще был. А когда мы вернулись сюда, Татьяна говорит, что его уже нет. Ага. Татьяна говорит, сами видели. Чего нет-то? Можно поподробнее? Мама. Брас. А это не важно, чего нету. Самое главное, что его уже нету. Послушайте, у мамы не стало одной дорогой вещи. Не дорогой, а очень дорогой. Очень дорогой. Более того, скажи, что она была бесценна. А-а-а. А, простите, не та ли эта вещь, которую вы собирались положить в ваш сейф? Да, та. Вы удивительно догадливая для приятеля моей мамы. Да, это именно она. Татьяна. Мама. Лиза. Прости, котик, она немного взвинчена. А нет, нет, а очень интересно посмотреть, как выглядит сильная взвинченность. Сильная? У вас еще все впереди. Это мне. Ну, ответь уже, сколько он скулить будет. А мы подождем. Нам торопиться некуда. Говори, детка, спокойно. А тут пока все постынет. Угу. Привет, Лиз. Привет, Тобик. А я тебя в универе ищу. Я уже не Тобик. А кто? Я сменил ник. Поздравляю. И как тебя называть? Грустный То. О, грустный. Да, между прочим, я тебя всюду искал. И в чатах, и на форумах. Напрасно ты это делаешь. А почему? Ну, потому что я не сижу в сетях. Вы меня простите, я наушники забыла.
Говори, Лизочка. Извини, Тапик, я не могу говорить. Ты не можешь говорить? Ты себе кого-то нашла? Нет, я никого не нашла, я потеряла. И не я, а моя мама. И вообще, короче, на меня накатил Реал. Что может быть интересного в Реале? Чтобы ты знал, грустный то. А Реал круче, чем на 80-м левле. Да ладно. Да я серьезно. Ты даже не видела мой новый статус? Честно говоря, нет. Вот он реально крут. Да? Ты все сказал? Нет. Тогда говорю, у тебя 30 секунд. Почему ты ушла? Почему ты ушла из сети? Я же тебе говорю, я сейчас тащусь от Реала. Ну ты вернешься? Все. Время закончилось. Простите, пожалуйста, можете продолжить. Ну что ж, по-моему, сделали паузу как раз вовремя. Спасибо, Лиза. Да без проблем. А теперь давайте-ка во всем подробненько разберемся. Да. Значит, первое. У вас вроде бы пропала какая-то ценная вещь, да? Не вроде бы, не вроде бы. Она пропала. Как говорит моя дочь, пропала в Реале. Не в Реале, а реально. Да все равно. И второе. Вы считаете, что она пропала у вас, когда вы были у меня в офисе? Ну а где еще? Мы больше нигде не были. Мам, можно я? Правильно, пусть Лизочка лучше говорит. Она у нас девочка спокойная, еще до маразма ей далеко. Да пускай говорит, пускай говорит. Спасибо. А, понимаете, просто мама ни на секунду нигде сумку не оставляла, кроме как у вас в офисе. Я хочу, чтобы вы знали и передали своей маме. У меня в офисе никогда ни у кого ничего не пропадало и пропасть не может. Да? По определению. Это дело чести, мы продаем безопасность. Ну, так можете меня поздравить, потому что я оказалась первой счастливой посетительницей вашего офиса, у которой увели браслет ценный стоимостью в 10 миллионов. Неплохой браслетик, очевидно. И вы утверждаете, что он пропал у вас, когда вы были у меня в офисе. Судя по всему, да. Да. По вам. Что мне полагается, наверное, цветы и подарок в виде воздушного шарика? Да? Я говорила, вор всегда есть вор. Даже когда он продает безопасность. Секундочку. Защиту от воров. Секундочку, если вы имеете в виду меня... Да вы извините, пожалуйста, мою маму. Она просто очень расстроена, потому что это подарок ее последнего мужа. И его просто, как сказать-то, не стало. И перед тем, как его не стало, он оставил ей браслет. А теперь, благодаря вам, у меня нет и браслета. Минуточку. Но если вы помните, я все время находился рядом с вами. Помните? Я-то помню, у меня еще склероза нет. Ну, тогда давайте спокойно во всем разберемся. Со мной вы уже разобрались. Вон, с ними разбирайтесь. У одной стипендия, у другой пенсия. Выбирайте любую. Ларочка, а ты не можешь заставить свою дочь немного помолчать? Мать ты или не мать? Танечка, угомонись. Да, конечно. А ну, помолчи! Мать твоя тебе говорит. А? Ну, другое дело. А теперь, если вы признаете, что я все время находился рядом с вами, значит, я этого сделать никак не мог. Вспомнили? Вспомнили или нет? Вспомнили, вспомнили. Что дальше? Значит, я все время был рядом с вами и к вашей сумочке не прикасался. Да? Что ты, котик? На тебя никто не думает. Ну, мам, ты за всех не расписывайся, если так уж, пожалуйста. И тем не менее, я повторяю, я к вашей сумочке не прикасался. Да. То есть дамские сумочки не ваш профиль, да? Слушай, мам, тебе не кажется, что ты перегибаешь? Ты можешь себя в руки взять? Ты не указывай мне, как вести себя, ладно? Тань, прекрати. Кот прав. Надо начать расследование. Мы сейчас как в детективе. Агаты Кристи. Все под колпаком. Это как минимум. Да, интересно. А кто же Пуаро? Не, ну, ребят, ну кто-то ж его взял. Вот именно кто-то. И мы сейчас поедем в офис и узнаем, кто. Ты что, собираешься обыскивать своих сотрудников? Нет, конечно нет. Более того, я абсолютно уверен, что у меня в конторе работают исключительно честные люди. Честные? Рыба,
гниет с головы. С головы. Танечка, девочка моя, я понимаю, что ты расстроена. Но нельзя ж так. Ну что ж ты все мне серенькая? Ты же у меня леди. Не, мам. Хватит доставать кота. Я просто поражаюсь его выдержке. Другой бы послал бы тебя куда подальше. Послал меня? Меня послал. Ты так говоришь, потому что тебя никогда не бросали. Еще потому, что у тебя никогда не было такого тракущего браслета. Мам, ну хватит. Ну хватит. Ну чего ты? Ну, мам, ну прости. Ну вот, славненько, все успокоились. Можем начать расследование. Все, расследование. Начинаем расследование. Все, погоним. Все. Да. Кстати, что касается пословиц и поговорок, могу напомнить еще одну. Не пойман, не вор. Конечно. Как же вас поймаешь, когда вы весь из себя такой котик? Ну, хватит меня щипать. Мяу. Ну, кто едет со мной? Куда вы там все собрались-то? Мы еще с полицией пару не вызвали. Да нет, я хочу вернуться в офис немедленно и просмотреть все записи с камер видеонаблюдения, потому что если допустить недопустимое, что у вас браслет кто-то украл, то это могло произойти только в тот момент, когда я проводил с вами экскурсию по офису. Логично. Вот. Конечно. Рабочий день у нас до 7, поэтому если мы вернемся прямо сейчас, все будут на месте. Ну что, едем? Конечно. Не едем, мчимся. Так, как я понимаю, это уже не надо скрывать. Благодаря вам не нужно. Да, мам, ты права, он действительно большой мастер. Знаешь, мам, это уже не смешно. Лиза, хватит, хватит. И на том факультете учишься. Надо было тебе адвокатом стать. Я вот все думаю. О чем? О твоем разговоре с этим грустным Тобиком. Ты хотела сказать «с грустным то»? Именно. А какая разница? Как это какая? Большая. Когда у него все было хорошо, у него на аватарке стояла фотография с веселым щенком и ник Тобик. Понятно. Ну, а когда обстоятельства изменились, то он сменил фотографию на какую-то грустную муть. Зачем? Как это зачем? Чтобы все знали, как ему муторно. Понятно. Тогда объясни мне. Я не поняла, этот твой муторный Тобик, он ушел из твоей квартиры или... Или? Ну, или из этих вот... этих сетей. Вот, кстати, это образ в фигуральном смысле сети. Марис, сети – это социальные сети в интернете, где общается молодежь. Да? Ну и как там она общается? Да по-разному. Ну, обсуждают политику, моду, обмениваются фотографиями. Mm-hmm. Занимаются виртуальным сексом. Чего? Это как-то? Ты что, никогда не слышала про виртуальный секс? Слава богу, нет. Где это я, по-твоему, могла это услышать? В научном отделе? Музей изобразительных искусств? Ну, кстати, напрасно. Виртуалка – это круто. Да чего ж там крутого-то? Ну, во-первых, ты никогда не подцепишь никакую заразу. Ну? А во-вторых, у тебя не будет нежелательной беременности. Это как? Ну, как? Ну, незапланированный. Если хочешь знать, вот благодаря именно такой незапланированной беременности на свет появилась твоя мать. Насколько я понимаю, ты тоже. Так что незапланированные и нежелательные беременности не бывает. Потому что это не мы решаем. Умница. Да. Вернее, не только мы. Вот как там захотят, так и будет. А если там сильно захотят, то ты забеременеешь и от виртуального секса. По-моему, что-то такое уже в жизни случалось. Понятно. А вот этот Тобик, он овсянку не ест в твоей квартире? Да нет, конечно. Если бы в моей, то я бы его быстро заставила. О, времена. Да, не 20 век. А в сети он классный.
А в жизни? Вы хоть раз в жизни встречались? Ну, первое свидание у вас было? Первое? Было. Да нет, пока одна. Да я просто пораньше пришла, мне кое-что почитать нужно. Привет. Ты случайно не Лиз 94? Случайно, да. Привет. Я колорадский бэк. А, садись. А в миру ты кто? Толик Быков. А, угу. Ну, привет, Толик Быков. Я Лиза. Угу. Я кофе уже заказала себе, поэтому ты как-нибудь сам. Хор. О. Сел. Ну, в жизни он хуже, чем на аватарке. Да, ты права, там вообще непонятно, что. Коннектится. Привет. Да, пришел, она здесь. Рост? Не знаю. Сидит, но все остальное вроде на месте. Чего ты будешь? Или только Wi-Fi? Эспрессо? Маленький. И все. И все. Заказала эспрессо. Сказала френду или френдихе, что я заказал кофе. Да комменты дает. Вербальные. Кстати, я ему имя придумала. Тобик. Кофе вылокал в один глоток. Да. Сейчас? Буду. Хорошо. Минут через 20. Подожди секундочку. Слушай, мне тут срочно отойти нужно. Можешь за кофе заплатить? А то я на мели. Покоится, Тобик. Увидимся в сети? Ну, пока, Тобик. Пока. Не, попросил меня заплатить. Да? Господи, спасибо тебе, что 19 лет мне было в 20 веке. Спасибо. О, вот. Вот вы все здесь. О, вот вы ставите сумочку. Зачем? Вот я ж вот как знала, вот как чувствовала. Мам, ты что, не видишь, что в нее никто не лезет? А я всегда была уверена, что мой котик ни при чем. Вот не надо так на меня смотреть. Мы с вашим шефом росли в одной песочнице, правда, котик? О, вот. Вот это кто? Это один из моих секретарей. О, вы что, не знаете ее имени? Почему не знаю? Знаю, ее зовут Катя. Катя? Ха. Ну, значит, вот, все. Шершеля Катя. Извините, мисс Марпл, но я пока что не увидел ничего подозрительного. Да как же? Вот! Вот это что, по-вашему? Вот, смотрите, смотрите. Ну, хорошо, давайте досмотрим до конца и будем делать выводы. Смотри, только зря время терять. Сейчас все же сотрудники разойдутся, ищи их потом. И так же все ясно. Ну, во-первых, я дал указание всем оставаться на местах до моего особого распоряжения. А во-вторых? Во-вторых, в Кате я уверен, как в самом себе. А, да? Ну, тогда все в порядке. Да, мамуль, спасибо, удружила. Да помолчи ты! Хорошо. Давайте просмотрим на ускоренной еще раз. Сколько же можно смотреть-то? Ну и так же, все ясно, ну! А вы что, ясновидящие? Только дурак и слепой не увидит. Так, дорогие друзья, у меня есть железное алиби. Я вот ни на секунду наедине с маминой сумочкой не оставалась. Надеюсь, у меня тоже? Светлана,
Пусть попросят Катерину зайти в комнату переговоров. Угу. Хотя, честно говоря, я так и не увидел ничего подозрительного. Ничего подозрительного? Да она уже несколько раз полностью перекрывала собой мою сумку! Да. Но мы все время видели ее руки. Я следил за каждым ее движением. Она всего лишь расставляла посуду. У нее не было ни малейшего шанса влезть к вам в сумочку. Знаете, у меня тоже нет ни малейшего шанса открыть даже самый простой сейф или дверной замок без ключей. Но для некоторых это пара пустяков. А откуда она могла знать, что у вас в сумочке дорогостоящий браслет? А некоторым не обязательно это знать, они нутром это чувствуют. А некоторые могут вытащить из сумки все, что им нужно, даже не сдвигаясь с места. Так неделя тренировок. Я вам носом буду открывать сумку, не то что руками. Константин Сергеевич, вызывали Катю? Да. Катю. А где она? Мы ее минут 10 ждем уже. Понимаете, тут такое дело. Она у меня отпросилась. Отпросилась? Да. И что? И я ее отпустила. Ну вот, я так и знала, так и знала. Что, уверены, как тебе? Да, говорите. Слушайте, ну я же просил, чтобы все оставались на местах. Но она отпросилась раньше. Еще до вашего прихода. Сразу после вашего отъезда. Да? О, сколько нам открытий чудных. Мам, а где ж твоя вот эта вот великая выдержка, про которую ты мне все время рассказываешь? Теперь понятно. Вот мне понятно, почему папа и Олег просто в какой-то момент просто сбежали от этой выдержки. Лиза, ты ладно? Завелась. А она случайно не обмолвилась? Куда ей так понадобилось уйти? Так понятно же, куда! Ей позвонили из дома, там что-то случилось. У нас посетителей было не очень много. Все были на местах, и я взяла на себя такую ответственность. Хорошо. Хорошо. Идите, найдите Катю и соедините меня с ней по телефону. Хорошо, Константин Сергеевич. А что, что-то не так? Нет, нет, все так. Все так, все так. Может, чаю или кофе пока ждете? Нет, спасибо, мы уже выпили чайку. Угу. Вы видите? Они все здесь заодно. Нет? Надо быть просто слепым, чтобы не видеть этого. Лариса, а ты свою дочь когда-нибудь в детстве порола? Что? Прошу меня извинить. Здравствуйте. Лариса, это я. Александр Юрьевич. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Здравствуйте. Как поживаете? Спасибо. Вот, стою у ваших любимых качелей. Да, не может быть. Ну, это так. Это очень трогательно, и что? Лариса, мой дом пуст без вас, а качели превратились в два куска веревки и деревяшку. Поэтично. Как есть. Лариса, я понял, что я был неправ. Да, в чем? Ну, честно говоря, не знаю, но готов повиниться в чем угодно. А, даже в том, что моей дочери украли браслет? Браслет? Что, я не понял вас. Да нет, ничего, ничего, это я так. Но вы что-то сказали про браслет. Сказали? Сказала, но это я пошутила. А я нет. Сегодня был в антикварном магазине и купил тот самый гранатовый браслет, который вам так понравился. Зачем? Ну, хотел сделать вам приятное. Считайте, что вам это удалось. Правда? Значит, вы вернетесь ко мне? Не знаю. Не хочу вас расстраивать, но пока у меня нет такой возможности. Почему? Потому что у нас сейчас как раз вот накопили семейные проблемы, и мы пытаемся их решить. Ну, а когда решите, вернетесь?
Не знаю. Не знаю. Это значит, возможно? Не знаю, это значит, не знаю. Извините, мне сейчас не очень удобно разговаривать. Да-да, извините. А передайте привет вашей очаровательной дочери. Спасибо, непременно. И внучке. Ее зовут Лиза. Да-да, Лиза. Всем привет от профессора. Спасибо. Ну так, на чем мы остановились? Я спросил тебя, порола ли ты свою дочь? А, дочь? М? Нет. Жаль. Да. Ну, что? Даже не знаю, Константин Сергеевич. Мобильный вне доступа, домашний не отвечает. Что и требовалось доказать. Послушайте, вы не волнуйтесь. Поверьте, даже если ваш браслет не найдется, я куплю вам новый, точно такой же. Да? Да. Как благородно. Ну, что ж. А куда вы? Тань, ты куда? Не знаю, куда. А я знаю, куда. Куда? Домой к Кате. У нас есть адрес? Конечно. Отлично. А я думала, что он в ювелирный магазин поехал. Он вообще способен на это? Купить браслет? Ну да. Вообще-то он человек щедрый, но очень трезвый. Рассудительный. Ларис. Алло. А ты почему с ним расстался? Ой, почему? Это ты. Это ты. Я. Отпусти. Отпусти, говорю, немедленно. Почему? Потому. Ой. Сколько раз я тебе говорил, не смей сам заходить ко мне. Ну, я звонил, но ты не слышал. Ну, это не повод вскрывать мою квартиру. Ну, если я очень хотел тебя видеть. А если бы я была не одета? О, не одета. Это было бы еще лучше. Не лучше. А посмотри, что я тебе принес. Я уже видела. А? И что, тебе не понравилось? Мне не нравится, что моя квартира проходной двор. Ну, не преувеличивай. Далеко не каждый может проникнуть без спроса в твою квартиру. У тебя очень сложный замок. Мне уже кажется, что каждый. Нет, не каждый. Я надеюсь, не каждый. Пусти. Я злая. Устроил тут из моей квартиры тренировочный полигон. А я говорил, тебе надо поставить щеколду. Или засов. Щеколду? Или засов. Ну вот. Готово. Хозяюшка! Принимай работу. Ты что, с той стороны не открыть? Никак. Теперь, чтобы собраться сюда, когда вы дома, только дверь с петель нужно снимать. С петель? А это возможно? Коли большая нужда у кого бывала, так и крепостные ворота выносили. Спасибо. Успокоили. Благодарствую. Засов поставила. Как видишь? Поставила засов. Умница. Учусь. Ну, ты готов? О, выглядишь прекрасно. Впрочем, мне хватает какой-нибудь маленькой деталечки. Какое-нибудь колечко с бриллиантом. С каким-нибудь... О! Вот с таким. Это чье? О! Теперь твое.
Мое? А? Ладно, по-другому поставлю вопрос. Ты где его взял? В магазине. В магазине? Тебе наскучила роль Робин Гуда, и ты теперь решил грабить магазины? Ларчик, ну о чем ты говоришь? О, у меня и чек остался. Ладно, допустим. Но пока я твердо не буду знать, что этот чек имеет отношение именно к этому кольцу, я его не приму. Ты меня обижаешь, Ларуська. А я тебя слишком хорошо знаю, котик. Ладно. Беру его на прокат на время. Может, ты все-таки скажешь, куда мы едем? В гости к одному олигарху. Тоже к вору и бандиту. Все олигархи немного воры, чуточку бандиты. Ты его знаешь. На моем дне рождения он прилип к тебе, как банный лист. А это такой красивый, большой блондин. Вася? Угу. Колбасный король? Ты смотри, ты замечаешь больших, красивых королей. Да, он. Правда, теперь он еще и пытается приторговывать оружием. Но это же противозаконно. Да, ну ты же сама определила, кто он. Тогда зачем мы к нему едем? Как тебе сказать, неудобно отказываться, когда приглашают. Я тебе не верю. Правильно делаешь. Кстати, в связи с этим у меня тебе еще один подарочек. Зачем? У меня своя есть. К тому же там может быть не мой тон. Тон тут как раз твой. Но это не все. Не все? Это фотоаппарат. Фотоаппарат? Зачем он мне? Ну, так походишь, пофотографируешь. Что интересное занятие. Там могут быть знаменитые люди. А вдруг кто-то себя скомпрометирует. Продадим снимки какому-нибудь желтому изданию. Ты решил стать папарацци? А почему нет? Тебе же не нравится то, чем я занимаюсь сейчас? Нет, не нравится. Ну вот. А работает этот приборчик очень просто. Наводишь на нужный объект, открываешь крышечку, щелк, и у тебя нужная фотография. Нужная кому? Тебе? Возможны всякие варианты. Держи. Болтали. Да, но вы мне так и не сказали, чем занимаетесь. А, все понемногу. Так мы коллеги? Наверное, да, только вам платят больше. То есть вам нужны деньги. Прекрасный вечер. Да, благодарю. Извините. И не говорите этого. Да. Коп, ты слышишь? Ты что меня бросил? Он от меня весь вечер не отходит. Что говорит? Да чего он только не говорит. Предлагает, например, смотреть дом. Да я надеюсь, ты согласилась. Поверь, это безумно интересно. Да и не забывай попудрить носик. Прямо напротив сейфа. Как я узнаю, где у него сейф? Ну, поверь, тебе это будет очень нетрудно сделать. Ах ты! Это моя последняя просьба. Слезная. Потом я буду выполнять только твои приказы. Здравствуйте. Василий! Вася! Пойдемте, я покажу вам второй этаж. Надо обратить внимание на роспись. Давайте руку. Ха-ха-ха.
что у вас здесь? Обычно эта комната девушек интересует больше всего. Да? Интересно. Проходите. Какая большая кровать. Копия. Копия? Копия какой-то кровати. Какого-то любовника 14-го. Любовника? Да. Людовика? Конечно же, Людовик. Людовика. Обычно в таких комнатах за портретом еще находится сейф. Ну, нет. Сейф у меня в кабинете. Просто да? Я считаю, что деньги и секс должны находиться в разных. Должны находиться в разных местах. Я согласна. Давайте перейдем туда, где находятся деньги. Какой кабинет. Как будто смотрю кино. Да. Все привезено из Англии. Да? А сейф? Где он? Очень бы хотелось посмотреть. Вы так любите деньги. Нет. Безопасность я люблю больше. Я понял. Хотя против денег я тоже не возражаю. Да поймите же. Бизнесмены не держат деньги в сейфах, ни в своих домашних, ни в банковских. Я знаю. Деньги должны работать. Вот именно. Да? Вот именно. А вот в таком сейфе. Ой. Можно хранить какие-нибудь женские драгоценности, например, на каждый день. А из денег, ну, какую-нибудь мелочь на сигару и бокал хорошего коньяка. А, этот красавец тоже из Англии? Он итальянец. Ой, подождите. Меня даже в жар бросило. Сейчас, подождите. Я вижу, что деньги вас возбуждают так же, как и меня. Нет. Тихо. Не нужно. Но, Лариса, вы сами не знаете своего счастья. Возможно, но я точно знаю, что меня ищет Константин. Могу ли я хотя бы надеяться? А как же без надежды, а? Держи. Постараюсь исчезнуть из моей жизни. Ой. Хорошо, что я посоветовал тебе поставить засовчик. Так гораздо безопасней. Что нужно? Я пришел отдать тебе долг. Ты ничего не должен мне. Нет. Как честный человек, я должен тебе 25% от моей последней сделки. Мне от тебя ничего не нужно. Никаких процентов. Почему? Потому что, если раньше я была свидетелем твоих похождений, то теперь ты меня сделал соучастницей. Ларусик, ну не сгущай краски. Ты никогда не была ни свидетелем, ни тем более соучастницей. Стоять? Тогда о каких 25% ты говоришь? Извини. Наверное, я не прав. Пойми, котик, я хочу спать спокойно. Со мной? Никогда. Ну вот. Я никогда не смогу спать спокойно с такой прекрасной женщиной. Вот видишь, наши интересы расходятся. Прощай.
Что, ты даже не знаешь подарок, который я тебе принес? Более того, я тебе верну еще вот это. Тот чек, который ты мне дал, никакого отношения не имеет к этому кольцу. Уходи. Ну что, мне пойти одному или кто-то хочет пойти со мной? Я пойду с вами. Ну, разумеется. Мама, Лиза, если я не вернусь... Таня, не говори глупости. Мам, я вас предупредила. Спасибо. Что, сказали своим родственникам, чтобы они за вас отомстили, если вы не вернетесь? Чего вы взяли? А мне так показалось. Ничего подобного. Да? Ну, прекрасно. Да. Именно так и сказала. Довольна? Нет. Но я предупрежден. Да ладно, идемте, я пошутил. Мокруха, это не мое. Кстати, Лариса, ты мне так и не рассказала, а почему вы расстались? Он такой красивый, богатый, интеллигентный. А, может, он жадный? Жадный я бы не сказала. А что же? Понимаешь, меня очень напрягало, что он в любой момент без спроса и даже без звонка мог очутиться в моей квартире. И не только в моей. Извини, я это позволил себе в последний раз. И то только потому, что не могу чувствовать себя должником. А должен я тебе гораздо больше, чем та безделица, которую ты найдешь на столе. Потому что дни, проведенные с тобой, не могут сравниться ни с чем. Чек к подарку прилагаю, чтобы ты была уверена, что мой подарок от чистого сердца, а не из чего-либо сейфа. Навсегда твой кот. Неужели вы после таких слов все-таки расстались? Никакие слова не могут заменить душевного покоя. Никакие деньги не могут его купить. А что за подарок был? Неважно. Ну, он у тебя сохранился? Я его выбросила. Ну, бабусь, ты даешь. Опять начинаешь? Прости, прости, Ларочка, Ларусечка, Ларисочка, моя любимая. Только давайте договоримся на берегу. С Катей буду разговаривать я сам. Зачем вы тогда спрашивали, кто пойдет с вами? Ну, чтобы вы не подумали, что я буду с Катей о чем-то договариваться. Что же буду делать я? Ничего. Стоять и молчать в тряпочку. Если вы будете со мной так разговаривать, я вообще вернусь в машину. Как хотите. И что надумали? Идете туда или со мной? Пойду. Схожу с вами. Обещаете не устраивать там сцен? О, конечно. Обещаю. Ну, смотрите. Пошли. Ага.
нужного этажа нельзя было проехать? Послушайте, Татьяна, вы обещали мне молчать. Я обещала не вмешиваться в ваш разговор. Считайте, что он уже идет. Хорошо, хорошо. Там кто-то есть. Кто там? Катя, это я. Открой, пожалуйста, дверь.